Ладно, топиров я видел по дороге, когда сюда ехал. Давайте поэтому направимся. Что у нас там по опыту? Ладно, долго еще нам до стрел огненных купать. К сожалению, их пока нельзя. Но... магазин. Кстати, как тут лучше проехать? Тут, наверное, вот здесь. Да, вот нам тут даже показывают более-менее... более, точнее, короткий путь. Более удобную дорогу. Вообще, даже можно переплыть. Я не знаю, тут есть лодки? Надо Что это такое там? Давайте сейчас надо выглянуть. А, и глянуть. Лодки здесь есть? Ой, что это? Пулеметы. Так, вот тут какой-то вопросительный знак. Непонятно, что это. Может быть, что-то неизведанное. Вот там лодка есть, но она не моторная. Думаю, с ней мы больше будем возиться. Вообще, мне интересно, что это. Да, их даже использовать нельзя. Тут есть цветочек синий. Давайте возьмем его, посмотрим. Синий лист, это, наверное, наш. Интересно. Какая-то переправа с... контрабандистами. Тут долго достаточно идти, наверное. Какой-то выход есть. Да, мы только будем терять время, поэтому давайте немедленно направимся к нашей машинке и и тогда уже поедем к нашему другу. Ну, как сказать, другу. Кстати, тут если перебраться на ту сторону, ничего нет. Ну, ладно. Погнали тогда в нашу тачку. Это я здесь оставил, вот, да. Сейчас мы быстренько докатим. В принципе, 370 метров. Это достаточно мало. Расплюнуть. Какая у нас тут скорость, как посмотреть? Впереди, но там ничего не видно. Лично я не вижу. А тут аванпостик, кстати, можем захватить его. Я не против аванпосты захватывать. Так, зеленые листочки. Я думаю, нам стоит их собирать. Ну, я думаю, пока что нам не стоит их собирать. Потому что у нас реально много вещей там разных занимает. А именно, шкуры. Шкуры тех животных, которые мы... они нам и нужны. И в то же время мы их не можем пока использовать, потому что их, ну, недостаточное количество, например. Но они нам нужны, мы ничего не сможем. Как мы, зачем мы их будем выкидывать, правильно? Но они занимают место также лишнее, то есть... ну, все. Быстрый охот там. Так. Меню теперь навык быстрая рука. О, вот, да, про то, что нам говорили. Навыки, вот он. Все оружие быстрее. Давайте сразу проверим. Давайте бах, перезаряжаем. Раз, два, три. Ну, где-то 2-3 секунды. Это так, образно. А теперь... ой, а нам не хватает. Офигеть, 4. Ну, что будем делать? Либо... короче, нам нужно 6 очков навыка. Это с ума сойти просто. Так, а компания-то у нас есть? Или где ссаная компания, кстати? Офигеть, я, походу, не компанию выполнил. Ой, блин. Вот еще. Да, выполнен для Лонгина. Дополнительное задание. А это что такое задание? Инъектор. Ну, видимо, опять к нему надо. Да он офигевший. О, тут, кстати, як нужен. Он нам нужен? Так. Изготовление, носороги, як. Это что, это нам не обязательно. А як мы уже все использовали его. Так. Что же, давайте посмотрим, что там. Блин. О! А я знаю, куда мы сейчас пойдем. Вот сюда. Тут и лодка была. Но еще я, знаете, для чего это хочу? Нам нужно... вот это что такое? Шанат. Шанат! О, шанат! Я хочу захватить аванпост. Для этого нам нужно...
для начала сесть на тачку. Почему сюда? А, вот. На дельтаплане можно долететь. Но я думаю, он исчезнет после того, как... Да, он исчезнет после того, как мы закончим играть все равно. Так, тут проеду? Нет, да, проеду. О! Слон! Офигеть! А как на него залезть? Можно? Не, мы не прокачивали это. Вообще, по-моему, мы должны на него садиться. Можно. Насколько я знаю по навыкам, у нас такой где-то был навык. Во, нажмите Е, можно его кач... Не, тоже очень много чего еще прокачивать, так что навыки зря я растрачивал. Дофига у нас еще, оказывается, можно было их не тратить, поэкономить. Что-нибудь стоящее более, более стоящее прикупить. Так, эти наши... А сейчас мы постараемся в... Значит, тихо, обращаю ваше внимание, попробовать захватить аванпост. Не создавая лишнего шума, чтобы нам дали побольше опыта. Потому что нам нужны, как вы знаете, уже очки навыка. Для этого нам нужен, по сути дела, глушитель. У нас его нет. Поэтому будем работать со стрелами. От стрел. Как вы думаете, там кто-то есть наверху? Я не хочу создавать шум, я не хочу, чтобы меня заметили. Вот там я вижу один. Офигеть их тут. Отсюда уходим. Как так, ребята, давайте, знаете, пусть они меня замочат. Я хочу заново. Пожалуйста, убейте меня. Как вы думаете, с какого места мы сохранимся? Я не хочу, я хочу тихо. Случайно получилось, честно. Ну, вообще случайно. Не ожидал даже. Что такое может произойти? Так, 103 метра. Почему у меня... А... Все правильно. Почему-то указатель туда показывает. Ну ладно. Так. А, ну да. Там дорога. Все, будем осторожничать. Очень тихо, чуть ли не на корточках. Точнее, на корточках. Чуть ли не постоянно. Чисто с фотоаппаратом. Очень тихо. Почему-то их очень много тут на этих аванпостах. Блин, отсюда могут враги приехать. Вот это вообще стрёмно. Как вы думаете, он меня начал замечать? Ладно, это реально опасно. Опасно в том плане, что я хочу... Ну, зелененький слоник. Можно на нем, конечно, замесить их тут всех. Я вам говорю то, что хотелось бы все максимально тихо тут завершить. Насколько мы знаем, можно сверху тоже мочить, но насколько я знаю, здесь есть в верхах, да? Здесь есть в домике один. Ну вот, более того, почему я хочу тихо? Потому что они еще и могут тревогу вызвать. Как бы посмотреть. А, слушайте, у нас же есть этот. Давайте попробуем использовать заодно его. Во, давайте попробуем. Ой. Блин, врагов и животных.
Это все, да, враги? Или нет? Офигеть. Офигеть. Почему они тут появились? Да ладно. Нет, пожалуйста, уйдите отсюда. Нет. Я не хочу, чтобы вы... Правильно, уходите, уходите, уходите. Нет, она идет сюда, нет. Пожалуйста. Я... Неужели мне не получится тихо с ними разобраться? Потому что эти шавки сейчас... Если они уйдут, у нас гораздо меньше проблем будет. Слушайте, я надеюсь, это все люди, да? Так, мы можем им кинуть ножик. В него. Ссаные шавки, а. Что же вы будете делать? Блин, да что же они тут делают? Неужели они тут всегда были? Я их не видел вроде. Ну что, попробуем? Насколько я знаю, пока они меня чисто не засекут, они не... Это задание считается, что ты все сделал незаметно. Даже если увидели, что кто-то кого-то замочил, то есть я кого-то прибил, все равно... Ой, что-то я тут вышел так открыто. Ну что, бомбим? Давайте сначала этого. Нет, давайте вот так. Правильно, я скрылся. Я знаю, ты где-то тут. Меня здесь нет. Мне нравится. Проверьте все. Найдите, в чем дело. Найдите, кто это сделал. Почему? Почему я выстрелил? Ищите. Всем держать ухо востро! Я знаю, ты где-то тут! Ё-моё. Блин, пожалуйста, хоть бы тихо было. Вас не заметили, да! Фига я... Фига я корва, да? Ладно, 1500! Блин, мало чё-то как-то... А, на, вы-ка слушай. Да, одна навыка. Ну все, будем экономить. Шикарно, чё? Новые действия. Открыть карту мира. А чё я теперь могу? А, ну, перемещаться. Да, вот, смотрите, а вон посты я захватывал. Ну чё, круто могу сказать. Вот наши прибыли. Ни одного патрона не потратил. Вот. Стрелы. Сколько у нас стрел, как узнать? 13 стрел. Почему так мало? Почему так много наоборот? Я вроде дофига потратил, нет? Не, наверное, одну. Ну ладно. Так, ну что? Собаки нам вроде не нужны. Зато вот что-то... А, ну это я точку надо, чтобы не путаться в следующий раз. Куда нам тут надо? Я забыл. Вот, наверное, вот сюда. Ну, посмотрим. Ну, написано выполните. Ну, давайте выполним. Я, честно, не знаю, является ли это частью компании, либо же не является. Так, и смотрим. Теперь мы... Так, мы покупаем бронежилет. Инъекторов у нас в достатке. По оружию можно что-нибудь разнообразить. А что, я не знаю. Ну, например, можно что-нибудь купить. Ну, нафиг покупать. А, подождите. Вот, я хотел что-то посмотреть. Так, это что такое?
Нафига нам это надо, не знаю. Может быть, это типа место вышек. Ладно. Оружие. Вот где-то тут наша винтовка. Изменить. Почему нельзя модифицировать глушители? Понятно. Почему? Ну ладно. Я хотел бы. Так, уникальный. Смотрим. Это что такое? Это у нас вместо пистолет-пулемета. А наш пистолет-пулемет, где он? Где он? Где он? Где он? Где он? Его здесь нету, да? Или есть? Нет, это... А, она не... Вот он. Нет. Значит, это что-то не то. Боеприпасы мы можем купить для... У нас, в принципе, все. Снайперку берем. По максимуму гранату еще одну. А, и... Что? 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 Это что-то... О, стрелы можно купить. Коктейль Молотова. Но этим мы пока не можем. Да, торговое соглашение какое-то ссанное нам нужно выполнить. Вот. А, смотрите, стрелы и болты. Вот, наверное, в чем фишка. Так, а это что? Какой урон? Во! Улучшение для него невозможно. А что про него пишут-то хоть? Хм, про него даже ничего толком не пишут. Вот они... А, слушайте, смотрите, они, по-моему, с глушителем все, да? А, да, нам еще 20 аванпостов, да вы офигели. Ну ладно. Посмотрим. Что тут у нас еще есть? Боеприпасики, предметики. Круто, круто, круто. Очень это все... О! А, это сохранение у нас. Ну, я надеюсь, что это все-таки часть кампании мы должны будем выполнять. Что-то замочили. Ну, посмотрим, что тут у него есть интересного. Так, стоп. А, подождите. У меня, по-моему, было написано... Сейчас, подождите, мне еще зайти надо. Посмотреть еще раз. Вот тут, подождите, так, купить и настроить. Уникальное, вот, смотрите. Вот, соберите записи. Еще две записи. Какие-то записи, я понял, вот. Вот это, наверное, да? Вот, точно, это записи надо собирать. Навыки, зачем нам навыки? Что-то мы тут сможем, наверное, сможем сделать... Вот. А, вот где уровень-то посмотреть. Задание компании. 12 из 32. Ладно. А Лонгин почему-то одно задание странно. Ну ладно. Эх, дальше смотрим. Навыки. Два уже очка навыка. Точно, мы же качнулись. Да, давайте вот это. Так, что еще раз читаем? Огненные стрелы. Конечно, качаем. И потом будем копить на вот перезарядку. Так, и что тут еще можно собрать? Где же? Наверное, за дверью, нет? А, это магаз. Что там было написано? Ищите вражеские конвои какие-то. Вот. Мыло продаем. Швейцарский этот продаем. Ой, лиловый лист зачем? Он нам нужен, наверное. Хотя нет, лиловый зачем? Нам красный, по-моему, нужен. Может, это и есть лиловый? Нет, красный. Лиловый, синий, наверное. Хрен его знает. Так, серебряная лампа, давайте будем продавать вот это, синий нам нужен, доза героина, да, так, это что, продаем, чё, ой, продаем тут срань всякую, так, это продаем, аудиозапись продаем, медоед, ну, пока оставим нафига, ладно, будем продавать, так, все. И давайте метательный нож. Да, купим. И по оружию у нас теперь мы можем по боеприпасам купить. Вот. Где? Взрывная стрела? А где огненная стрела? Сколько она стоит? 4000. Да нормально. Можем все? Во. Гарпуны. Все. Уходим. Смотрим, что у нас тут есть. А, по-моему, здесь какая-то запись. С этой стороны, что ли, не пойму. А, вот. А! Задачка. Я вроде сорвал, нет? Ну-ка, давайте-ка. Может, с этого надо?
Ой, подожди, я не разобьюсь, как вы думаете? Да ёб твою дивизию. А как тогда? Ну, наверное, машину надо подогнать. Ладно, давайте посмотрим, что у нас там по стрелам. Так, это у нас есть. Стрелы. Во! Р! Это огненный, наверное. Р обычный. Ку нажимаем и меняем их. Например, Е. Это взрывная. Так, а нам нужна обычная пока что. Ну ладно. Так, давайте попробуем подогнать, сорвать эту хрень. Тем более тут мы мешаем проезду, видите, да? А его можно разбить? Да, можно, я ошибался. В игре все можно в этой, походу. Просто надо с разгона и, наверное, несколько раз. Все, смотрим, давайте пробуем. Во! И упал. Все. Так, опыта нам за это дойдут, наверное. Может быть. Еще получить награду. Ну все, друзья, давайте поспим. И это типа для сохранения. И в путь.